ласточка номер два. Очень сильный ветер. Табун у нас разделился на две части. В этой части остался суффикс и лакмус. Они между собой не конфликтуют. Ну, так, немножко. А вторая половина осталась в другой стороне, но как раз нам по пути назад отсюда. Будем сегодня в загон загонять. Приедет хозяин трех лошадей, которые ходят у нас в табуне, и двух из них он будет забирать домой. И мы заодно тоже заберем пару кобыл. Планировалось в прошлый раз их забрать, но немножко там не получилось, планы поменялись. В этом году лошади вообще полностью без колосков остались, без зерна. Все поля перепахали. Ну, вон там, наверное, остался. Вот там по пути как будете гнать по одной прямой. Баланса здесь нету. Сейчас раз дальше смотрю, там как лошади вроде бы стоят. Вдалеке. Ёлки, вот это кочки здесь. Надо повдоль их. К700-овские кольи. А это оказались не лошади, это рулоны лежат с сеном. Я здесь еще не был в этом году. Здесь когда-то были обработанные поля, все пахали, но так как земля здесь очень солончаковая и такая прям тяжелая, не стали ее здесь обрабатывать. Постоянно агрегаты ломали на ней, прозвали ее железная полоса. Выезжаем на дорогу. Здесь даже сено не стали косить. От К700-ов остались такие канавы прям ужасные. Здесь вот скошено с края. Лошади зимой будут здесь, наверное, пастись. В этом году им без вариантов. Нету колосков нигде не подобрать. Будут как в дикой природе. На самом деле здесь зимой выпас для лошадей замечательный. На 1000 голов хватит. А вот летом у нас проблема. Ограниченная территория. А если сюда летом сделать, допустим, вагончик, загон, то, наверное, не получится из-за того, что здесь очень много комара и овода. Все, порядок. Всех соединили. Сейчас погоним домой. Хо-хоу! Хоу! А? Три! Гоняем через поле. Батя все перепахал. Земля мягкая. За 22 года фермерствования ни разу еще так поле не пахали, потому что не было трактора такого сильного. Сейчас гоним.
загоним специально к озеру, напоим. Блять, сильно хочет. Аж ищет. Хо-хоу! Хоу! Чего там пугалась, не пошла. Вот какая, а? Там хороший берег есть. Они сюда пришли. Здесь не очень. В стране. В общем, тут вот канал. А в этом берегу живет попер. О, пьют вот. Здесь хороший берег. Удобно. Они, видимо, не раз здесь. Сейчас мы подъедем поближе, посмотрим, как живет попер. Ну, в этом году, видимо, его здесь нету. Вот здесь он такую плотинку построил. Вроде озера. Там вот в кустах находится его дом, хата. А он ушел в другое место. Там есть другая болотина такая. Ну, озеро с болотом перемешано. Он, видимо, там где-то поселился. Вот зашли как. Вот. С водопоями у нас проблем нету. Озер у нас на каждых километре по два штуки. Во всем районе, в нашем районе, находится 365 озер. Можно назвать край озер. Ну что ты, елки-палки? Стоять на одном месте не может. Постепенно меняется ландшафт. Примерно 20 лет назад ни одного кусточка не было вокруг этого озера. А сейчас уже даже березки появляются. И такая вот растительность, ива, талах, кое-где ракита есть, попадает. Там самый поздний, но он крепыш. Пау! Тобол. Пау! 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 Задняя правая белая. Рыжий. Сейчас их сзади загоняем. Ну и конечно заодно сами уберем сейчас с табуна Аргентину. Кобыла. Вот она. Она, в общем, один раз ожеребилась, принесла жеребушку, кобылку, марафонец. Вот она, вороная кобылка. И все. Потом два года подряд она холостая, и вот все лето приходит в охоту. Не, до сих пор, короче, она не может зажеребиться, и поэтому мы ее убираем с табуна. И также 2,5 года кобылка есть вороная. Тавраж 25633, тоже ее убираем с табуна. Оу! То же самое. О,
Эх, елки-палки, кнут сломал. Малыш. Ё-моё. Стой. Сломал кнут. Полевая дорога. По краям поля спаханы. По дороге бежать легче, и они вытягиваются длинный вот такой паровозик. Чтобы они не потели прям не спеша. Жеребенок Мишка, около десятка таких мелких жеребят поздних. Валек, Мишка, Султанчик. Но в прошлом году мы забрали где-то числа 5 декабря поздних же ребят. А надо было забрать, наверное, в конце января. Потому что, ну, конечно, мы же не знаем, какая будет погода. Мы не знаем, что будет завтра. В этом году не буду спешить отнимать. Чтобы они с кобылами побольше побыли. Хотя бы дотянуть до 5-месячного возраста было бы вообще отлично. Даже самому позднему Султанчику будет октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца. Друзья, всем привет! Сейчас новым куруком будем ловить диких лошадей. Приехал Амир из соседнего села, будет забирать жеребчиков от Лады, жеребчик один вороной и рыжий жеребчик. Этого года у него была шишка на ноге, все лето он хромал, а сейчас я обнаружил вот сегодня, что шишки нету, хромать он полностью перестал. Пришел к выводу, что это был очень сильный ушиб. Я думал, может, у него что-то с суставом там. Оказался, он вообще отличный жеребчик. Ну, сейчас поймаем, загрузим и еще раз осмотрим его, сделаем осмотр. Сейчас мастер-класс по ловле дикаря. Идет, все нормально. Месяц назад, когда я приезжал, шишка была. Так, где он? Показывайте. Тебе видней. Вообще, Лада кобыла дает всегда, каждый год, я так заметил, одни из самых крупных жеребят, именно у Лады. У нее прабабушка была чистокровный владимирский тяжеловоз. Еще пару слов надо сказать. У Амира дед был знатный конюх, было поголовье у него самое большое в районе, около 700 голов. Так что... Когда совхоз. Это когда был совхоз, да, он был сильным табунчиком. Так. Али.
Оттащите от лужи. Вымужет. Вот сравнение. Вот маленький. Нижний же ребенок, но ранний. Пойдем снять. В конце марта. Давай. Да с другой стороны зайди. Это подарок от подписчика, не до лузок. Да, это фуфло какое-то. Натягивает. Он вытягивается. А вот руки это. Не растягивает? Да. Вверх вот так сделать. Оп. Китайское так. Чудо. Это ослабляет. Да, он такой для обученной лодки. Но. Так. Теперь, для где красоты. Ваш теперь? Толстый сначала, да, Ген? Да. Или тонкий? Какой у вас? Два их хвост. Да, любой. Вот так. Покажите, неси этот тоненький такой, крепкий, толстый. Это как его? В мешке, который есть, давай быстрее. О, спокойный. А, нет, шишка немножко есть, смотри. Да, вот чуть-чуть. Да. Она может перенесла шишку. Да. Да, это ничего, раз сейчас. Да. Вот очень хороший жеребчик. Султан, ты его обучи потом. Я такой конек. Сильно тупо-то тоже немножко жестко, да, Верёв? Ну, зато есть такой.
Ну. Еще вообще прям плотно. Да пойдем. Еще. Еще развяжи, прям плотно сделай. Вообще капец. Давай, что у меня. Все, рыжик. Все, давайте. Рыжик. Пойдем. Давай. Ну и чё? Ну там ты палкой подгоняй, не? Его руками. О. Я путь поставить немножко. Думай. Давай, давай, давай. Вперед, вперед. Подтягивай. О. Вот так. Еще где? Еще подтяни. Давай. Ну вот так сейчас закроем. Хорошки, пусть постоит. Да пойдет. Поближе я Амир его подтягиваю. Ну пусть постоит, наверное, или что? Да. Холодно? Нет, жарко. Да. Жарко. Закрывай сейчас. Потеем. Ничего, скоро ротанов будем ловить. Да. Где их тут ловить? Твое озеро. А нет. Я уже приготовил. А я сюда буду. Вот этим, да, Ген? Да, теперь. Сейчас так же поймаем. Да? Поставим. Она бегать не будет искать? А? Искать. Будет искать, по-любому. Она же заботливая кобыла. Ну не должна Гена будет. Ну поищет, ну успокоится. День-два поигогокает и все. Конечно, она их будет искать. Знаешь, как будет носиться? Да не должна. Она может еще, у нее есть задатки вожачки, она может... Что там? Табун будет, приведет потом назад. Ну ладно. Будете вводить. Ловим дальше. Давай.
ловить ранова полтора. Ну вот, ладно. Ну вот, я не знаю. Подожди, Ген. Да у него клеменные же. Гена, они клеменные же. А. Это вам не же ребенок. Это вам уже конь. О, Амир. А, Амир. Он боится. Пускай, пускай, давай веревку. Блин, надо же попало. Султан, ты теперь бери палку и подгоняй его. Пока он немножко это. Да-да, тащите быстрее. Силы не ждем. Да. Ребай его тоже немножко. Палку возьми, Султан, палку. Палку возьми, говорю. А где она палка? Вот, палку. Это полторашка, да? Да. Хорош. Стоит, да? Да. А старший не хочет заходить? Старший не хочет. Брат, не дергайся. Скажи, ты что хорошо. Это железяка очень плохо торчит. Скажи, что хорошо здесь. Скажи, здесь хорошо станет. Ну и все, отсюда, туда толкать. Ага. Толкнем. Давай, давай, Амир, подтягивай. Султан, помогай бате. Да не, они вроде вон. Да. Спокойно. Черные, они вредные. Вот это факт. Все черные лошади. Это вредные. Очень тяжелый характер у них. Вот все. Да, да. Вот не знаю, я заметил это давно. Вот черный, все, тот спокойно зашел. А этот черный. Они все вредные. Ага. Во! Спеша! Все, все! Не, не, это зря! Вот прицеп вообще замечательный, низенький. Давай, так. Ну вот эти вот ушки, вот да, эти. Да. Ладно, они вот спокойные такие. Да. А бывают же вошельки?
бывают такие дикари, что ого-го. Не, вообще. Он мы с воровкой, мы с ней вообще. Да. Тяжики все они вот, спокойные. Айда! Айда! Айда, ногу поднимай! Айда! Чу! 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 Ну, елки-палки! Амир, а вы сделайте так! Вы раз вот эту намотнули, да? И вы оттуда уйдите теперь в сторону, вот так. А то он на вас смотрит, может, боится. Во! Да, осталось только вот. Одну ногу подними! Да, да. Ой. Подними потом. Может, это, дверью? Нет? Нет, дверью как? Давай так. Смотри, дядя Витя, аккуратно. Вань, уйди, 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 уйди. Уйди, не надо. Ну, сломаешь, сломаешь. Сломаешь, сейчас, блин, ты это окручу. Соп, не жевать. Загоняйте. Айда. Нет, ты дверью-то, это... Ноги-то как? Ну, ноги-то не выйдут. Вот какой у нас... Во! Во, поднял. Давай. Во, во, все, во, закрывай. Закрывай. Вот так. Я не понял, как понял. Я вот думаю, все равно вот это ухо во время погрузки надо было в кругах делать и просто. Да, оно будет травмировать. Коровы-то, может, конечно, они лучше, может, зайдут, а вот лошади стихалька когда-нибудь. Лучше вот так, чтобы было. Просто вот в трубе вот так отверстие и сквозное сюда. Все, вот даже такой же штырь. Больше ее не надо натягивать, вот так и пойдет. Больше зачем мне натягивать? Все, все нормально. Да, вот, все. Смотри, какие шикарные они. Новенькие прям. Ты. Недоуздок я потом заберу тебя. Да, ты заедешь, ну. А, еще. Так, получше привязываешь. Парандоп. Мы тогда шалфея продавали, привязали вот сюда заверх. И он через верх дорогой выпрыгнул. Да ты что? Да. А надо привязать вот сюда вниз. Он тогда голову не может поднять вверх. Может, это вот так крутить или вверх не надо? Не, все, не надо. А просто туда под ноги кинем аркан и все. Нормально. Они вдвоем даже лучше будут стоять. Не расшатываться, как гадаги. Да, да. Кинь и все, я тебе говорю. Сейчас, дядь Витя. Че, дядь Валера, сейчас. Айда! Айда, заходи туда! Айда! 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 Ой, елки-палки, этот маленький жеребец! Айда! 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 Нам загнать их надо туда. Во! Вот какой, а! Во! Все, порядок. Теперь жеребчика надо выгнать отсюда. Айда! Он теперь не так просто, он не выйдет теперь. Ладно, пускай он здесь пока побудет. Потом. А вот это интересно, что такое. Это, наверное, кабаны накопали. Ну, конечно, старая кабанина. Скорее всего, еще летом. Но тут много такой. Вот там еще есть. Итак, ну, видно прям. Еще и нотовидная собака и барсук копает. Ну это прям видно, что по-другому. Хотя я ни разу в жизни не видел кабана. Но говорят, что он у нас есть. Вот все, угнал. Оставлю их здесь на ночь, а утром приеду. Весь день сегодня ушел на всю эту процедуру с утра до вечера. Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube канал Русский Тяжеловоз, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.
Минус 4 головы. Вот куда переселился бобер. Он тут лес начал валить. В общем, ушел с того озера на это озеро. Здесь у него целая тропа. Здесь он работает усиленно. Наверное, он не один. Целая семья. Вот еще одна тропа. Что-то домик его на не видно. В общем, лес валит. Интересно так точит, карандашит. Здесь осина. Осину полностью съел. Видимо, он ее даже съел и куда-то утащил. Трудяга, бобер. А здесь вообще, здесь он поработал капитально. Во, сколько всего навалено. 2-3 десятка. Это он, видимо, ветки таскает. Значит, где-то здесь у него домик построен. Ну, прям на воде он его строит. Короче, завалил лес. Кубок пытается закрывать кобыл. Он сейчас типа главный здесь жеребец. Стоит рядом.